Пчелохакер не устает нас радовать новыми модами для Poppy Playtime. На этот раз вместо Хаги-Ваги за нами будет охотиться огромная лягушка из улицы Сезам по имени Кермит. Я, недолго думая, запустил читы и отправился проверять. Интересно? Тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Погнали! Пчелохакер прислал мне новый мод теперь. Хаги-Ваги съела какая-то лягушка. На самом деле, ребятки, когда я увидел эту лягушку, я понял, откуда она. Так, зеленый, розовый, желтый, красный. Эта лягушка из передач, насколько я помню, эта лягушка из передачи из моего детства. Была такая передача «Улица Сезам». По-моему, «Улица Сезам». И там была какая-то говорящая лягушка. Видимо, пчелохакер тоже в детстве смотрел «Улицу Сезам» и решил сделать так, что лягушка съела Хаги-Ваги. Камон. Это достаточно интересно. Сейчас мы ее скоро с вами увидим. Пока что там показывается мультик. Давайте что-нибудь сотворим. Но явно вот эти перила мне здесь категорически мешают. Я их сейчас просто возьму, удалю. И вот здесь вот справа тоже возьму и удалю. Дабы были пути отступления. Кнопочка, мне кажется, слишком маленькая. Ее надо немножко увеличить. Вот так вот. Ага, вот, хорошо. Вот так я точно не промахнусь. Кто в магазин игрушек ставит вообще двери? Не надо сюда двери ставить. Двери удаляем. Они здесь не нужны. Абсолютно. Игрушечек здесь слишком мало. Мне кажется, их тут надо побольше сделать. Опс, удалил случайно, извиняюсь. Клоны, 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 клоны. Вот, чтобы детишкам было весело здесь, чтобы они играли здесь, да, камон. Смотрите, сколько. Вот примерно столько. Можно даже побольше чуть-чуть. Если бы я заходил в этот магазин с игрушками, мне бы такая атмосфера понравилась. Мне кажется, тут будет весело достаточно с таким количеством кэндикетов. Кстати, кто-то мне говорил, что, возможно, вторая часть будет именно про кэндикета. Если это будет так, будет интересно. А будет ли эта кнопка работать вообще? Ну-ка, вставляем. Да, кнопка работает. Вон там сверху загрузка даже есть. Смотрим внимательно, что же нас здесь ждет. Кто же там? Вот он. Офигеть, ребята, посмотрите. Так, а здесь у нас тоже он? А здесь у нас какая-то гадость. Я даже не понимаю, кто это. Подождите, я хочу его оттуда вытащить. Чик, ну-ка вытаскивайся. Ты кто есть такой вообще? Ой, слушайте, мне кажется почему-то, что музыка от Хаги здесь. Но мне кажется, что это, знаете, кто это? Как будто из ФНФ этот чувак. Лимон-то сумасшедший из ФНФ. Ну-ка вылазь-ка. Пока... А, он под землю вылез. Прикольно. Где ты? Ну-ка, я тебя возьму. Вот он, смотрите, очень похож на Лимона из ФНФ. Сумасшедший этот Лимон. Ну вы поняли, что я по 100 раз повторяю. Дайте 5 мне, лягушечка. Вы выглядите вообще не страшно. Даже если вы меня скушаете, я буду не против. Все, запитываем нашу комнату повер. Поехали, забираем ключик. Ать! Забрали. Я очень сильно хочу удалить вот эту штуку. Вот эту вот нашу, да? Запускатор наш. Но я боюсь, если я удалю, я не продвинусь дальше по карте. Даже не предлагайте мне ее удалять. Запитываем. Еще одну запитываем. Чик. Все, побежали. Сейчас мы обязательно посмотрим с вами, чья рука нас там ждет. Ой, слушайте, там какая-то гадость. Давайте подлетим, посмотрим. Так, я внимательно смотрю. А что? Что это есть такое? Это чья рука вообще? Боже мой, ты кто? Боже мой, это что такое вообще? Это что за гадость? Это какая-то непонятная вещь. Это что-то вообще непонятное. Это даже не лягушка и не Хаги-Ваги. Ужас! Так, вы свою каракулю убирайте, пожалуйста. Я вообще не понимаю, что это есть. Оп, каракулю убрал. Бегим. Если кто-то думает, что вот это вот типа река, это на самом деле не река. Это у нас огромная-огромная рука Хаги-Ваги, которая идет вот так вот и туда наверх. Но дверку эту мы с вами по традиции, это уже у нас традиция, мы ее просто берем и удаляем. Вот так, дестроит. Еще раз, дестроит. Все, отлично. А там кто-нибудь сидит у нас? Да, там сидит. Подождите, мне кажется, там даже Хаги-Ваги, а не лягушка. Секунду. Что это такое? Что это за дичь? Ты кто? Это лягушка с шерстью Хаги-Ваги. Это ужас. Это катастрофа. Ты кто? Собираем наши капсулы. Первая есть. Вторая есть. Третья есть. Четвертая есть. Монстр, улазь, пожалуйста. Скорее улазь. О, все, улез. Первая, вторая, третья, четвертая вставлена. Все, ждем руку. Я сейчас, знаете, что попробую сделать? Помните, у нас в прошлой серии почему-то нельзя было клонировать вот эту голову ребенка. Я сейчас попробую ее увеличить в 100 раз и потом уже ее клонировать. Может быть, так получится. Смотрим. Так, головка, увеличивайся. Давай, давай, не стесняйся. О, какая большая. О, какая большая.
Я тебя сейчас напну немножко туда в сторону, чтобы ты была динамичной головой. Чик! Давай-ка еще. Чик! Оп! Полетела, шикарно. Вот теперь-то я попробую ее клонировать. А-а-а! Не получается! Камон! Я не могу ее клонировать. Так, еще разок. Беру. Клон. Не могу, ребята, представляете, не могу ее клонировать. Так жалко. Хочу эту голову детскую клонировать. Ну, давайте тогда просто ее большой сделаем. Мне кажется, он немножко удивляется, да? Ты немножечко удивлен, дружочек. Смотрите. Куда ты смотришь? Вы удивлены таким обстоянием дел? Kill me, please! Я тебя могу схватить? Опа! Притянул немножко к себе. О, боже мой. О, боже мой. Она шевелится. Это страшно немножко. Нет, не страшно. Все, забираем нашу руку красную. Бежим скорее вперед. Я хочу, чтобы меня скушала лягушка. Такого еще никогда не было. Запитываем. Прям сюда. Вот так, все, поехали. Да будет свет, включаем. Запускайся. Установочка. Все, отлично. И обратите внимание, почти в каждом видосе говорю, глаза следят. Эти не следят. Эти не следят за нами, а вот эти всегда следят. Он что-то обозначает здесь 100%. Он какую-то роль еще сыграет в будущем. Включаем наши рубильники. Мне интересно, игрушка какая здесь будет? Та же самая или лягушонок какой-нибудь? Давайте-ка подумаем, чем мы сейчас заставим проход наш от нашей лягушки. О, голова. Детская голова. Секунду. Она не берется. Блин! Где ж мне ее найти такую, чтобы можно было клонировать? Так, у нас вылезла Cat B. Обычная. Ну, ладно, ничего страшного, забираем ее, вставляем. Сейчас я хочу посмотреть сначала просто, как выглядит эта лягушонка здесь. Как она меня будет кушать? Я прям сразу сдаюсь. Ну, я сначала от нее немножко убегу, но я сдамся. Ой, ну это милота. Ребята, это очень мило выглядит. Она ни капли не страшная. Ну давай, кушай меня. Лягушка, давай, скушай меня. Это выглядело мило. А давайте я, знаете, что сделаю? Я буду застраивать не вот эту вот комнату, а буду застраивать вот здесь вот. А? Как вам идейка? Насыпаю кучу коробок вот здесь перед входом прям. Ну да, вот примерно так. Так я себе это и представлял. Огромная куча коробок. Сейчас посмотрим. Постараемся его вызвать, как он пройдет такое препятствие. Вызываем. Отходим назад, смотрим. Внимательно. Пройдешь ли ты, дружочек, такое препятствие? О боже, он проходит все это. Нет, уйдите. Уйдите от меня. А по коробкам здесь здорово прыгать. О, боже мой, он меня догоняет. Какой ты страшный. Ну, что ты раскидал здесь все, дружочек? Ну-ка, собирай все коробки обратно. Раскидал тут все. Ребятки, я придумал очень интересную тему. Смотрите, что я сделал. Короче, я поставил копию вот этой машины «Подари друга» вот сюда. Давайте посмотрим, сможет ли он пройти через эту арку. Сам-то я, конечно, пройду вот так. Вызываем нашего лягушоночка. Иди-ка сюда. Ой-ой-ой. Перемещаемся обратно. Смотрим. Где ты вылезешь? Все. Он застрял! Он застрял или что происходит? Он поднимается вверх почему-то. Он застрял же? О боже! О боже, он вылезает сверху! Что? Нет! У него получилось! Блин, давайте поближе подойдем. Дружочек, пирожочек, здравствуйте. Вы там будете сидеть? Ну давай, спускайся, чего ты там? Застряв. Ну все, он обиделся на меня. Ты чего наделал? Давай, я тебя подтолкну немножко. Чик, чик. Не получается. Ну все, он расстроился. Посмотрите на его печальные глазки. Он очень расстроился. Ну что, выпустить тебя, что ли? Блин, такой он милаха. Давайте я его выпущу. Я сейчас возьму эту модельку и удалю ее. Все, ты свободен. Ура! Я думал, ты не будешь за мной охотиться после того, как я тебя отпустил. Ладно, все, бежим. Окей, я тебя понял. О боже. Вот когда он будет за нами ползти, мне кажется, это будет выглядеть криповенько слегка. Пока что его нет. Опс, смотрю, как он выглядит. Ой-ой-ой, да, выглядит криповенько слегка. Он меня сожрет сейчас. Ой, он пробежал мимо меня. Что? Я еще один баг нашел. Друг, я как бы должен впереди тебя бежать. Ну ладно. Но сейчас он должен за мной бежать, да? Да, вот он. Смотрите, вот он бежит. О боже, какой ты милый все равно. Чик, смотрю на тебя. Ну давай, как ты выглядишь? О, какой ты толстый лягушонок. Я пропускаю тебя в очередной раз. Давай, меня только не схвати. Я смотрю в щель, меня есть не надо. Давай, я тебя подталкиваю тебя. Ползи быстрей. Какая у тебя жопа толстая. Как ты здесь вообще протиснулся? О, да, он не умещается здесь, это явно. Забираем коробку. Лягушонок, пока. Пока-пока. Я бы дал тебе руку, как в тех анимациях, но я не могу. Ой, сейчас будет прикол, если вместо Поппи там лягушка будет сидеть. Я, кстати, давненько не смотрел на камеры, которые на сайте Playtime.co. Кто тоже за ними следит? Если там есть какие-то изменения, напишите в комментариях. А кто еще не следит за этим, заходите на Playtime.co и смотрите, следите за изменениями. Я захожу.
подхожу к Поппи. Здравствуйте, нет, у нас в этот раз здесь не лягушка, а просто обычная Поппи. Давай, я тебя освобождаю. Чик, чик, пока-пока. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.